Она спросила, are you scammer? Она спросила, are you scammer? Потому что написал я доброе утро. Написал я, что женюсь и буду работать вместе. Будем кормить семью, будем вместе до гроба жить в радости и несчастье. Они хотят только секса. Я устал от этого биологического мира. Она хочет другую девушку, любит тайм. Я не имею ничего против, иду на работу поутру, сигареты дымлю, куртка порвана, а на улице очень холодно. Дерьмовые сиги продал дворник оптом. Иногда покупаю парламент, потому что курить это дерьмо постоянно очень изматывает. Прохожу мимо мертвого пейзажа на стене дома, где напала Федорова ровно 10 лет назад. Федорова. Прохожу мимо студии творчества, куда меня не возьмут, и я не пытаюсь. Оптом по 1000 кирпич сигарет, таких дерьмовых ты не представляешь. Даже попрошайка Жека не стал курить. Оу, он не работает никогда, таков стиль жизни Жек. По рецепту врача. Деньги, деньги, порой требуют сиги. Закурим? Строго по рецепту врача. Строго по рецепту. Постоянно бухают, они все бухают крепкую водку. Я играл в танки, но не пидор. Просто примите, просто простите. Но есть что хуже, я рисовать разучился, словно строю укрытие на своих полотнах, на шлифовальной бумаге, как строитель. Я играл в танки, но не пидор. Просто примите, просто простите. Проститутку не вызывал никогда. Я на флуоксетине, словно монах. Я рисую абстрактную хуйню, ты скажешь. Но это лучше, чем этот мир биологический, сугубо технократический, сугубо биологический. Деньги здесь решают все, им нет дела до нас. Я дворник Саня Тихон, я из нищих. Всем привет из Сибири. Я играл в танки, но не пидор. Просто примите, просто простите. Лес-то закрывается, как ТикТок в России, как Ютуб в РФ. Все закрывается, сигаретный дым из рта валится. Я играл в танки, но больше не поиграю. Что будем делать, братва? Что будем делать, братва? Ксанокс, мне нужен Ксанокс, его на ночь принимаю, чтобы ноги не дрожали. Ксанокс, мне нужен Ксанокс, чтобы звуки улиц мне мозги не ебали. Взял рецепты у врача, я лечу на всех парах. Я на парах был мертв, как психологическая смерть школьного изгоя. Словно камень скован, возвращался домой снова в эту ебаную школу, чтобы молчать несколько часов. Замкнут, теперь я замкнут. Я не знаю, как сказать, можно с тобой погулять. Замкнут, теперь замкнут. Я знаю, что меня не возьмут в студию художникам преподавать. Они скажут, что я мертв, на картины не посмотрят. Мертвым стал я в школе, моих рисунков не смотрели. Строго по рецепту врача. Все им было все равнодушно. Может, это мертвые ребята учились со мной в мертвой школе. И оттуда все идет, ничего, никуда. С вами Саня Тихон. Я хожу в рваной куртке, у меня нет друзей. Самая дешевая пачка сигарет, и будущего тоже нет. Не могу дышать этим воздухом, у меня есть много пачек сигарет. Самых худших и дешевых, выберу их, выберу смерть. С вами Саня Тихон. На земле очень грустно однозначно. Курю парламент бесконечно. Когда я падаю каждый день, дым летит вверх вечно. Строго по рецепту врача. С вами Саня Тихон. Строго по рецепту врача. Пусть весь выкуренный дым вознесет меня к небу, и тогда наконец-то усну без всех этих таблеток. Как же грустно пустынный полет, я никогда не смогу стать нормальным человеком. Там ничего нет, мои пальцы постоянно грязные, потому что я рисую углем и мелом. И не помню, сколько выкурил сигарет за вечер, столько же, сколько тревог в моем сердце.
Не отрицаю, я одинок. Я уважаю Лил Пипа за то, что он был честен. Почему я не могу косплеить Лил Пипа? Чем он хуже Мерлин Монро или Элвиса? Это просто идол эмо-музыки, но внутри это настоящий человек. Строго по рецепту врача. Строго по рецепту врача. Строго по рецепту врача.